Сегодня Карачаево-Черкесию посетили участники автопробега «Наша Великая Родина». Ранее этапы этой патриотической акции прошли в нескольких, в том числе, новых регионах России. С участниками автопробега встретился Артур Мхце. Эта патриотическая акция, посвященная 78-летию победы в Великой Отечественной войне, стартовала 17 марта в Мелитополе Запорожской области. Ногайский район стал первой остановкой участников автопробега «Наша Великая Родина». А перед этим они побывали в Херсонской области, Крыму, Севастополе, посетили Краснодарский край и Ставрополье. Далее маршрут автопробега был проложен через региональную столицу. В парке Победы участников акции встречали воспитанники патриотических организаций республики, представители органов власти, политических и общественных объединений. Я считаю, такие акции важны, потому что мы сохраняем память о подвигах наших дедов и прадедов. И такими акциями мы чтим их память. Среди приехавших в этот день в Карачаево-Черкесию были жители новых российских регионов. По мнению ребят, таким автопробегом они как бы напоминают остальным гражданам страны о необходимости помнить страницы истории своей родины, гордиться ее прошлым. Очень сильно нужно, чтобы люди не забывали о нашей истории, о нашей великой родине. А где уже успели побывать? Мы уже объездили весь Крым. И на пути сюда были в Краснодаре, в разных городах, вот, приехали в Черкесск. Организаторы акции рассказали о том, для чего был необходим этот автопробег, поделились впечатлениями от встреч с жителями регионов. Везде, в каждом городе мы разворачиваем масштабную копию Знамени Победы. Ту копию Знамени Победы, которую мы планируем в этом году вынести в голове колонны бессмертного полка на Красную площадь в Москве 9 мая. Были в Крыму, были в Севастополе. Вот Краснодарский край, Республика Абхазия. По окончании торжественной части мероприятия участники акции развернули 200-метровую копию Знамени Победы, таким образом как бы передавая эстафету от героического прошлого к не менее важным событиям настоящего и будущего. Артур Мхце, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.